капхита 8-9% и 480 ловкости без бафов. Да. Да. Вот, вот стандартный билд охотника. Такой отстой вообще. Вот смотрю. Капец вообще. Как так играть? А, не, нормальный такой еще. Средненький. Да не. Вот я не понимаю, вот в стандартном билде охотника зачем берут улучшенный контузящий выстрел? Потому что мудаки, видимо. В стандартный. Типа повышение до 20% вероятности на оглушение противника на 3 секунды используя спас. Ну это стандартный, блин, берут вот эту хуйню. Да забей на эти карты, господи, там как бы талантов не так много, тут вариаций достаточно мало. А хит же он распространяется на это, дальнюю атаку и на ближнюю, да? Так это ж, блин, охереть можно, классно. Я бы вот взял вот криты по всем и урон по всем. Потом, блин, вот здесь вот не знаю уже, здесь сложно выбрать. Можно ловушки выбрать для чисто ПВЕ там. Если вар у нас не будет спешить, там я поставлю ловушку. И что она делает? Вот придает вашим заклинаниям обжигающая ловушка, ледяная ловушка и взрывная ловушка 25% шанс удержать цель, не давая ей двигаться в течение 5 секунд. Ой, да там 5 раз 5 целых. Ну вот, блин, это я не знаю. Это как она тикать? Подожди. Она разок сработала и все. А, вот троллей сейчас попробую тут валить. Смотри, ты сейчас можешь сделать себе спокойно, типа того, что-нибудь.